Роман Григорович, говоримо про ситуацію в Авдіївці. Повідомляють про те, що там все дуже складно. Окупанти пішли на штурм Коксохіма. Про супутникові знімки. Так, ось це аналіз, те, що з'являється в телеграм-каналах. Місто просто стирають. Скажіть, будь ласка, а от якщо, не дай Боже, закриють наших хлопців на Коксохіми, по прикладу Азовсталі, про те, що ми з вами говоримо з ефіру до ефіру, от тоді що, що далі? Ну, во-первых, на Коксохімі ніхто нікого не закроє. Я більше скажу, там взагалі нікого нет на Коксохімі. Ну, кто же будет находиться на Коксохиме сейчас, на данный момент? Это серая зона, и там, ну, это надо просто понимать, что такое Коксохим. Просто так сложилось, я в свое время даже одну батарею как строил на Коксохиме, на Ясиновском 5. То есть знаю прекрасно, что это такое, и на Авдеевском Коксохиме бывал неоднократно. Сам по себе завод – это не укрепрайон как таковой. То есть это не то, что все думают, что там закрылись, как вот, кстати, на Азовстале. Нет, это не так. Там укрепрайон, он чуть южнее, основной укрепрайон южнее. А так как Коксохим находится на линии обороны, это больше серая зона, чем расположение наших частей. Там есть, там контролируются некоторыми частями, то есть некоторыми подразделениями, допустим, в определенное строение, но не более того. И россиянам, если они заползут на Коксохим, ну уж точно не поздоровятся, они ввяжутся в городской, так называемый городской бой. Там никто никого точно не окружит, там больше будут разбивать россиян, тем более там пристрелено все и вся. Это нет. Никто там никого в Авдеевке окружить и удержать кольцо просто невозможно теми силами и средствами, которые есть у россиян. Они там согнали, да, не ношу, там несколько тысяч человек, согнали в район Авдеевки, но для того, чтобы удержать такую площадь, во-первых, окружить и удержать кольцо, это же кольцо должно быть, ну, километров 15 по толщине. То есть представьте, за Авдеевкой километров 15 на запад должно быть вот это кольцо. У них нет сил, средств для того, чтобы его организовать. А любое кольцо меньше, ну, по глубине фронта меньше, оно будет разбито артиллерией, потому что будет разбиваться до основания этого самого кольца. Потому это просто невозможно. Они будут пытаться, да, они почему его тягивают, сейчас это видно, вот они пытаются, допустим, дотянуться километров 3-5 километров на запад от Авдеевки, но мы их отбиваем, мы же эти щупальца не вытягиваются, им надо 10 километров, а у них 3-5. И за счет артиллерии просто отсекается. Потому пока на данный момент, допустим, какого-то даже предположения на окружение Авдеевки абсолютно никакого нет. Россияне сейчас будут пытаться опять ее выдавить, попытаться выдавить с помощью наших войска, попытаться выдавить с помощью, как россияне говорят, старых добрых мясных штурмов. Почему? Потому что без техники, значит, техника не будет погибать, а россиян можно ложить там, в принципе, тысячами, у них и этих хватает, этого добра, по крайней мере, пока. И они будут пытаться вот этими мясными штурмами, примерно те же самые картины, как в свое время была в районе Бахмута. Попытаются срыть Авдеевку в ноль, ну, то есть разбомбить ее авиационными бомбами и артиллерией. Сейчас, кстати, накапливают, оно видно, у них закончился, мы с вами когда-то говорили, то есть у них где-то на 1,5-2 недели было запаса, вот он закончился. Артиллерия сейчас практически без обстрелов идут. Они накапливают сейчас опять определенное количество снарядов для того, чтобы потом создать такие так называемые огненные валы, для того, чтобы можно было раскатать Авдеевку и Авдеевский гарнизон. То есть в таком режиме будут работать, это последняя, наверное, волна, которая будет перед дождями сейчас. Вот россияне ее накапливают и будут пытаться таким методом отработать. У нас же задача чуть другая, не совсем такая прямая. То есть дело в удержании гарнизона Авдеевского, это не удержание какой-то территории. Это задача уничтожения россиян, они туда лезут постоянно. Раз они туда лезут, значит они теряют силы, средства, теряют большое количество военнослужащих, а это самая главная задача любой армии – уничтожение армии противника, причем живой силы – это первая задача. Когда закончится последний россиянин под Авдеевкой, допустим, так не надо, не будет ничего освобождать, оно автоматически все освободит. Если последняя группа россиян из Керчи будет переброшена в Авдеевку на утилизацию, так у нас весь Крым освободится. Я сейчас, так сказать, утрирую задачу. Ну вот примерно так военные видят. И если
россияне куда-то лезут сами на убой, ну, если угощают, чем не угоститься в конце концов. Потому Авдеевка и держится для, вот в этом режиме. Тем более она встроена в общую линию обороны, которая еще с 14-15 года тогда отстраивалась и Хомчаком, и Наевым, это как раз сама архитектура линии обороны, там три линии обороны, так вот они до сих пор первую никак не продавят, ко второй не подойдут. А вторая аж в районе Очеретина и Карловки, то есть это нереально их, им просто пока туда дойти. Потому уничтожаем россиян в районе Авдеевки, а дальше посмотрим, все будет зависеть от сил средств российских и сил средств наших. А дальше будет принято решение, как поступать. Там есть один из вариантов вообще, уже когда россияне, мягко так скажу, устанут после третьей волны, пойти в контратаку и на плечах российской армии зайти в Донецк. И такая возможность есть. И самое интересное, она прорабатывается нашими штабами 100%, так как это одна из реальных возможностей выполнения такого рода задач. Потому посмотрим. Ничего страшного, великого, стратегического там в районе Авдеевки на данный момент абсолютно для нас не происходит. А вот для россиян это большая проблема. Для них уже Авдеевка — это информационный капкан, примерно такой же самый, как и Бахмут. Они уже там потеряли тысячи людей. И если они, в конце концов, еще и потеряют часть Донецка после этого, то это будет большой вопрос к командованию российской армии, включая Путина в том числе. То есть это будет большой репутационный удар, который, ну, они, так сказать, будут принимать довольно-таки с таким серьезным кровотечением, как минимум. И вот щодо Бахмуту, генерал Сирський говорить про те, що росіяни там від активних дій перейшли до, від оборонних дій перейшли до активних. Роман Григорович, це просто намагання, ну, якби ось ці позиції, які ми відвоювали, повернути назад? Да нет, это просто Сырскому, скорее всего, не дали очередную партию боеприпасов, которая пошла на Авдеевку. И он начал в эфир рассказывать о том, что вот нас там тоже типа бьют, дайте мне вот эти боеприпасы, которые вы получаете. Надо же генералов еще знать. Они ж, каждый генерал, это ж статус, это ж не звание, это уже статус. Вот генералу Теплинскому дали, а генералу Сырскому не дали. Ну, получите, сейчас я вам расскажу, что нас там тоже давят. И дайте мне тоже ту партию, которая зашла хотя бы чуток, а то еще и половину. Потому правильно, грамотно надо к этому относиться. Россияне, ну, они последнее время это и делают, то есть это контратаки российские. Они пытаются на контратаках где-то восстановить свои позиции, те, которые потеряли за последнее время. Причем генерал Сирський себя в этом смысле показал как серьезный стратег и тактик в том числе, то есть он участвовал в тактических операциях, в разработках и, так сказать, я просто лично знаю генерала, потому могу в этом смысле и шутя, и с сарказмом говорить, он на меня не обидится в этом. То есть он выполнил серьезную задачу, подготовил Бахмут к некоторым действиям и рядом с Бахмутом, особенно с юга. А сейчас россияне пытаются восстановить, понимая, что вот все, что они сейчас восстановят после начала дождей, они больше уже просто ничего не получат, потому что движение у них снизу идет наверх, нереально просто. Это сверху вниз мы можем потом спуститься, допустим, а вот снизу вверх подняться, мы же на высотах находимся, а россияне снизу пытаются как-то подняться, еще посуху. Еще как-то можно это делать, но как включатся дожди на Донбассе, все, они максимум где-то смогут где-то забазироваться. Потом они пытаются это вот последние денечки перед ливнями, пытаются как-то где-то что-то восстановить. Ну, ничего страшного, однозначно ничего страшного в этом нет. Дождь начнется, выключит эти, боженька выключит эти потуги российские, а дальше уже Сырский себя покажет, потому что там реально создаются сейчас такие позиции, стартовые позиции для движения, в том числе по некоторым направлениям, и в дожди, и то есть в осенне-зимний период тоже. Генерал довольно-таки толковый.